Привет, друг, с тобой Эван. Сегодня вместе с тобой продадим, а вернее обменяем один из моих домов, которых я купил еще при открытии. Также побарыжим немножечко одеждой. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере мне свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Сдавай на права и иди работай на свою мечту. Знаешь что, прошло уже где-то полмесяца с того момента, как я купил свою Tesla Model X, если что, ролик есть на канале, можете зайти посмотреть, очень интересно. Но на самом деле я хотел купить Taycan, но чтобы работать у меня время нет, а ждать это долго, и вы тем более уже ждали серию, пришлось купить Model X. После этого момента я решил продать один из своих домов, тачки не хочу продавать, а вот дома у меня есть лишние, потому что в последнем обновлении купили квартиру. Вот, и решил я продать одну из своих квартир, которая одна была возле спам, а вторая была Палета Бай. Продавал я квартиры по 18 миллионов. Что-то они жестко в цене упали, хотя до обновления стоили где-то 25-30 мне предлагали. Я что-то затупил и не продал. В итоге я ждал покупателя. Не дождался, можно сказать. Вот. И мне предложили один очень интересный обмен. А какой? Смотрим дальше. Так, поговорите заново, что, кто на что меняется. Короче, смотри. Его гелик новый на тюнинге. Меняю на вот этот дом свой и 3650 доплаты. Вы согласны на них? Гели поменять без номера, согласны вам? Да. Все, тогда давайте мы их в дом, потом едем на ИКХ, он вам дает дик и 3 миллиона. Так, я не знаю, пацаны, это такая схема через хелпера, но максимально так, надежно. 650 тысяч. Так, Мрифа, да? Да. Подожди, куда я? Чуть гост не продал. Пойти в гараж, продать игроку на риф. 1 рубль можно, да? Ну да. Отдал. Поехали на ИКХ. Если выйдете, выйдете из игры в течение 5 минут, мне в личку в дискорде ничего не напишите, бан. А, окей. Мы приехали чекать фото, не фото. Наконец-то у меня будет новый гелик в обвесе. Так, оп. Да, в принципе, фото. Все, я... Погнали на ИКХ. Снимаем 3 ляма. Давай. Я думаю, нам хватит. 3 ляма на банке. Че, пацаны? Тайкан? Так, наличные. 3650. Гелик. Все верно. А, еще скыр, нормально. Гелик за 3,6, пацаны, купил. Подожди. Сейчас я папки сниму. Не хватило на комиссию, как странно. Давайте снимем еще 1 миллион. Попытка number 2. А сколько там комиссии, чё? Прям до хера? Прям мне сколько? Мне не хватило... А, хотя да, 150 тысяч, что-то... А, 239. Нормально. А, ну да, беру. Все, благодарю. Ну все, пацаны, теперь у меня есть... Гелендваген, новый Гелендваген. Чё, пацаны, быстрый обзор по моему Гелендвагену. Короче, это G63, это самый новый гелик. Хотя все говорят G65, там второе поколение, как и здесь написано. Но это G63, как бы, AMG. Вот, в обвесе люма, который стоит где-то 4,5 миллионов, вроде как. Фулл обвесе на брабусных дисках, перламутр. Самое главное что рынок этих автомобилей где-то 21-22 миллиона, я помню, вот. И на нем всего лишь 9 владельцев, всего лишь. Херня вообще-то да. Но самое главное, что я здесь нашел, вы скоро увидите, а именно инвентарь. И он мне вышел намного-намного дешевле. Также на Motor Rage очень хорошо развит рынок одежды. На сервере есть 5 магазинов одежды, где ты можешь купить разную одежду за донат или за игровые рубли. Не только какая-то одежда с GTA 5, а настоящая замененная одежда, как в реальности. Значит, следующий пункт, это мы побарыжим немножечко одеждой и предметами и посмотрим, сколько же можно заработать. Но то, что здесь очень много хлопот, здесь одежда намного тяжелее продать и рынок не так устойчивый, как с тачками, это точно я знаю. В итоге, пацаны, что мы делаем? У нас есть в инвентаре ботинки дизель 71, есть пулбир 32, есть пулбир 33, есть баленсиага 120, есть версати 6. Короче, неважно, вот это все, что мне повыпадало в этой рулетке сраной, блин, под названием одежда.
Так, можно, где наш там клан? Короче, поездил я по этим магазинам, посмотрел. Ну, есть, типа, Balenciaga, они стоят 186 тысяч. Остальные там пулбиры по 150, есть еще по 120, по 110. Если это все засуммировать, там где-то выйдет около 685 тысяч рублей. Вот, а я не хочу париться, поэтому я сейчас продам нашему соклану Пейту всего лишь за 400. Он, в принципе, сможет попытаться окупиться. Давай, короче, по одному. Да, смогу. И еще вот это. Все, теперь все. Спасибо. Это пацана, это не мое. Я купил же гелик с этим инвентарем. Куча стикеров. Ебать, я сейчас бабок подниму. Это просто охуенно. Как хорошо, что я посмотрел сюда. Я еще не лазил по другим тачкам. 124-й. Куча вот этих всяких. Эх, наживок. Нормально. В итоге больше всего у меня годного оказалось гелик. Я хотел его продать все вместе комплектом, но пришлось продавать в розницу, с которым я намучился капец. И все-таки все я не продал, а продал некоторые вещи. Приехали Гуччи продавать. Привет. О, здорово. Так, значит, что ему Гуччи? Продать игроку Санек один за 300 тысяч. Погнали. Все, спасибо. Все, благодарю. Что-то мне казалось, мне парашютов побольше. У меня по факту 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук, короче. Что там по 20-ке? Ну, что, сначала 120, потом порублю все остальные. Да как тебе удобно? Знаешь что, предлагаем. О, продать игроку, кран. Сколько продаем, не знаю, может это... Да нет, вроде выгодно продаю. То чувство, когда... Как бы машин, да хера вот туча, решил парашюток заработать. Хотя в какую-то копейку. Ты мне все отдал, получается, да? Да, все штук. Здорово. Окей, тогда вот это все скидываю еще тебе. Предлагаю ему штаны, короче, за 250. Все, спасибо. Ну и заработали мы на одежде 1 000 000, и у меня еще что-то осталось даже. Не, пацаны, это полная дичь одежду продавать, потому что она вчера стоила по 300, сегодня по 150, а завтра будет стоить вообще 50. Короче, капец, все, что у меня осталось, сейчас открываем, и может кому-то что-то надо будет, могу продать как бы комплектом. Dolce & Gabbana, черно-оранжевые кроссовки с оранжево-неоновой подсветкой. Также есть черно-серые с фиолетовой подсветкой. Также есть туфли Louis Vuitton, кожаные, темно-розовые, это типа макасины. Майка Jordan 48 красная. Джинсы Versace светло-серые, джинсы Versace 7 желтые и боссы 40 светло-голубые. Если надо, кому будет, вот это все за 200 отдам. Ниже не буду, типа, если за 200 не заберут, пусть будет у меня, будет в моем личном гардеробе, не знаю. На этом все. Все, что я могу сказать, что цены на квартиры очень хорошо дропнули, цены на дома. Потому что за те цены, которые их можно было продать летом, ты сейчас фиг продашь. Можно расценивать, что одно место это 3 ляма и множить на сколько у вас там дом мест. Вот где-то за такую цену ты продашь. А если перепродажа именно вещей, то желательно, чтобы вещь была чем меньше износа. Там 0,5-10% край, если на перепродажу. Покупать нужно только лимитированную одежду и смотра веру. Вот эту за донат. Вот ее лучше всего покупать и продавать. А лучше всего это собирать сеты. Вот это прям выгодно. Если вы хотите такую серию по типу программы Домофон или как она там называется, что мы будем подходить к рандомным игрокам, спрашивать, сколько стоит их шмот, их одежда. Мне кажется, это будет достаточно весело. Напишите в комментариях ваше мнение. В скором времени, я надеюсь, это заснимем. Также поставьте лайкос, помогите продвинуть этот ролик в топ, напишите любой комментарий. Не забываем про подписку, ведь наша цель 3500 подписчиков к Новому году, делай с красной кнопкой серую, присоединяйся к нашей братве, нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.